Торжественным собранием завершился второй съезд экологов Якутии. Спустя 22 года после проведения первого съезда нынешний собрал более 600 делегатов. В течение недели достигнутые за эти годы результаты и новые задачи по охране окружающей среды и экологической безопасности обсудили на 12 дискуссионных площадках и научно-практических конференциях. Благодаря такому формату работы экологи и особенно общественники смогли рассказать и внести в резолюцию самые острые экологические проблемы, которые касаются деятельности промышленных компаний, природоохранного законодательства, обращения с отходами, сохранения биоресурсов и многое другое. Следующий съезд экологов республики состоится через 4 года. В этом году то, что мне понравилось, и мне дуже понравилось, как научному работнику, что очень много секций работали, да? И человек там, если он не ленивый, не такой инициативный, вот и получил право везде высказываться. И мне понравилось то, что руководство республики это поняло. Теперь уже срок между вторым и третьим съездом будет сокращен.